Врятував дитя, якое раптовно выскочило на проезжую часть под колы машин. У Гродні випадковий свідка попередив магчимий нещасний випадок. Вертаючись со службы, гродинский милиционер зорієнтувався и здолел предухилить серьезное дорожно-транспортное здарение с уделом маленького хлопчика. Владимир Лобан встретился с героем нашего часу. Ось кадри з камери відеоназирання по проспекті Кляцкова. Дитя літерально викатується на дорогу, по якій рухається автомобіль. Дядуля, який сочить за хлопчуком, не поспіває відреагувати. До трагедії залишаються, здається, лічні секунди. Балазі неподалік вертається з праці Сергій Шайко. Міліціонер імгненно приймає рішення. Видя, что слева приближается автомобиль, не сбавляя скорости, так как водитель, ну, может быть, если бы видел, то сбавил скорость, ему преграждал путь припаркованный возле обочины автомобиля, он ехал себе спокойно прямо, то, оценив эту обстановку, что, как говорится, видя скатывающегося ребенка и приближающийся автомобиль, ну, тут думать даже не пришлось, сразу же дернулся, остановил и за секунду прошел автомобиль возле игрушечной машинки, может, буквально около полуметра от нас. Теперь Сергей Шайко принимает похвальное слово от коллег. И они называют прапорщика соправдным героем. Побольше бы таких сотрудников, как ты. Сам же милиционер тепло парируя. Кажа, просто оказался у потребный час, у потребном месте. Остановил, спас жизнь ребенка, передал его деду. И пошел себе домой, лег спать. Я об этом даже никому не рассказывал, ни знакомым, ни родственникам, никому. Но спустя там пару дней жена, придя с улицы домой, сказала: «Ты знаешь, что у нас во дворе чуть ребенка не сбили на заправке? И какой-то парень этого спас». Ну, я без задней мысли сказал, что это был я. Вероятно, ближайшим часом героичный учинок прапорщика Шайко будет отзначен керівництвом департамента охраны у выгляде грамоты або премии. Але это милиционер не лечит у дательной справе истотным. Кажа, головное, что удалось выратовать життё человека, маленького жихара областного центра. А это самая важная подяка для соправдного мужчины.